тут родители сделали тарзанку. Вот, большая. Я буду ее испытывать. Поехали! Ё-моё! Всем доброе утро. Сегодня очень важный день, сегодня праздник. Сегодня 9 мая. И вот даже погода нам улыбнулась. И вышло солнце. Вот. Пользуясь этим, мы решили не оставить лодку в стороне. Собрали, накачали ее, сейчас найдем спасательные жилеты и пойдем с детьми немножко походим по воде. Вот, а потом у нас будет много интересного. У нас запланированы сегодня интересные программы для самых маленьких и не очень маленьких наших гостей. Будет очень интересно. А пока пойдем собирать лодку. Пойдем? Давай, бери весло. Мое орудие. Орудие. Эмоции того, что у меня спина не болит, шея не болит, ничего не болит, но я весь грязный. Ну это у нас всех обрызгал. Слушай, ты не скажешь, что тебя волнует вообще. Хорошо, что я еще не на землю упал. Я каталась и то, чтобы вытащить крючки где-то на дне. Но все равно пришлось. Ну тарзанка прям жесть. Упасть, сломать и все реально. У меня даже нет слов насчет тарзанки. Это просто произведение искусства. Глебу понравилось. А я сегодня уже второй раз поеду на лодке, потому что первый раз я ехала на лодке, когда мы сюда приезжали. Ну, то есть мы машину не могли перевозить, и поэтому мы покатились на лодке, машину там оставили. У нас по традиции на 9 мая мы устраиваем для детей квест. Вот. Сейчас у нас будет интересная карта. Мы нашли небольшой ящик с кладом. Пойдемте к нему подойдем. А, ну все, мы выиграли, да? Нашли. Уже все за нас нашли. Кто разбирается в картах? Кто лучше всего разбирается? Кто лучше всех разбирается? Я. Так. Я не буду конкурировать. Доверяю Глебу. Спасибо. Глеб будет носить карту. Потому что я грохнулся. Да. Глебу плохо только с Y-координаты. Это карта нашей местности. Здесь мы сами не знаем, что здесь есть. Да, да. Но здесь 7 замков. Мне уже все. И нам надо как-то их открыть. На каждом, в каждом месте на карте есть либо подсказки, либо ключи, либо полезные предметы, которые вам помогут пройти все этапы. Но, чтобы нам начать квест, я предлагаю
разминировать эту поляну. И будем начинать. Так, Сергей Федорович! Самое главное, не залезайте друг на друга, не спешите, не залазите на дерево. Нет, я думаю, не стоит брать. Он будет здесь. Сергей Федорович, пойдемте с прибором. Разминируем, чтобы можно было свободно двигаться. Как я понимаю, вы хотите начинать с колодца. Да. Отлично. Мика, я думаю, судя по ветке, там глубоко. Не стоит копать. Ну подожди. Колодец. У нас в колодце что должно вода. Быть? Вода. Отлично. Нужно носить воду. Я предлагаю вам всем бежать. Тете Жене, у нее есть ведро с водой. Пойдемте. И стаканчики. Мы носим воду только стаканчиками. Каждому по стаканчику и бежим сюда. Раз спросили, вы хотите носить колодцы, я думала, мы неправильно начали. А что нам помешает начать с колодца? Будто бы и захочешь. Вода нужна или нет? Глеб что-то замутил. А я могу по несколько раз бегать? Конечно! Нужно, да. Нужно заполнить колодец, чтобы там появилась вода. Ей, лей! В колодце всегда должна быть вода. Что там происходит-то? Куда вы воду носите? А вода нужна? Забирай. Давай скорее. Ты пробку-то снял? Что, вода проливалась вниз? Нет, Миша закапывает. Итак, наш колодец должен скоро наполниться, и что-то, наверное, есть на дне. Что-то легкое, что должно всплыть. Но мы на это надеемся. Да. Что там что-то есть. Судя по звуку, мы уже практически наполняем его до краев. Нам там еще почти пол ведра. А где же стаканчик? Что-то быстро. Дно надо снять. Все прекрасно, да? Господа мои, коллеги. Итак, давайте, давайте. Давайте, давайте, мы близки, по-моему, уже. Там пробка какая-то. О! Итак, опа! Мы добыли ключ номер... Это римские цифры. 6. А теперь его надо выкинуть. Отлично, у нас есть. Собираем. У кого есть карманы на молнии? У меня. Отлично, вытаскиваем ключ и копим все ключи. Они нам помогут открыть замки. Эх, здесь чуть-чуть не успели остальные. Попробуйте дать мальчикам. А все, уже не надо. Все, Мик, там всплыл пробка, всплыла пробка с ключом. Кладите первый ключ в карман. Карман с этим. Все, отлично, кладем первый ключ в карман. Пойдемте. У нас есть первый ключ. Стоп. Мины. Глеб, мы не можем пройти, не разминировав поле дальше. Что там написано? Мы, если что-то находим, эта группа возвращается и передает следующему. Все должны поучаствовать в поиске. Итак, первые саперы заходят по очереди сначала с миноискателем. Давай. Потом сзади мы заходим с лопатой. Можно же подорваться. Нет, только два человека. По два человека будем идти. Пока нифига. Ты не прижимай только. Все, давайте металл уже. Давай. Мика, может быть, не надо так глубоко копать, может быть, не на такой глубине. А легче, что непонятно, что вот это мина. Мина. Отлично, первая мина найдена. Возвращаемся обратно. Сдаем инструмент. Убираем в карман, запоминайте, что у вас есть и у кого. Следующий миноискатель и лопата. Смотри, здесь было вот до кочки разминировали все. Надо идти дальше искать.
весь квадрат. А, подвинуть? Нет, ну как бы до кочки, может быть, за кочку пройти, Настя. То ж придется дальше идти. По-моему, что-то есть. Отходи. Копай. О, нашел мину. Ура! Ура! Мы нашли вторую мину. Пойдем обратно. Я нашел мину, поэтому... Передаем следующему. У нас осталась последняя мина. Так волнительно. Когда работают саперы. Да, топчется по минам, блин. Нет, там они проверяли. Они периметр практически проверили. Смотри, периметр-то чистый. Ты можешь подорваться. Здесь так шлепать. Давай. Помните, что это очень маленькие мины. Надо ее очень хорошенечко посмотреть. Вроде здесь проверено, вроде не должен подорваться где-то третий. Смотри, что-то блестит, по-моему. Лопату-то убери. Что там не блестит? Нет? Ну-ка, давай миноискателям. Проверь. Смотри, мы нашли не мину. А ключи. А ключи. Номер 5. Отлично. Кто хранит у вас все ключи? Ура, да. Все, выходим. Мы разминировали поле. Мы можем идти дальше. Собираем ключи в один карман, Лев, чтобы давай. Не потерять. Идем в окоп. Лев, что ты сказал? Вы наконец-то подоспели. Это вы как резервный фронт. Вот, я вас долго ждал. Но нам, чтобы пройти дальше, надо уничтожить врагов в виде шариков. Вот этих вот. Каждому дается по одному выстрелу. И каждый должен обязательно попасть. Давай, Глеб. Не торопись. Там предохранитель. Вот-вот. Снимаешь, а потом только курок. Да, да. Вот. Давай. Не качай, не качай стволом. Попал? Шарик не качаешь, потому что. Ну, вот так. Так. Глеб, Глеб. Следующий. Следующий. Вы думали, что так просто? Нет, я так никогда не думала. Сниму. Разучился стрелять. Нет, вот. Ну у тебя руки не хватает, да? Мика, ты смотри, вот там вот мушка такая, вот мушка, видишь там? А вот здесь вот целик. Ты должна совместить, и бей вон, где кучу, прям кучу. Надо было вон, вот там. О, мелкая, вот, против берёзки. Это просто так, очень близко, давай сюда. Бей он прям в шарики. От бедра, от бедра. На вскидку. Не, нет, ты совмещай это. Он помнит. Сын, помнишь как? Стреляй, да? Сейчас. То есть смотри, мушка. Да? Смотри, вот которая, вот которая вот, посреди мушки, а вот целик. Вот они должны совпасть, и причем в одном уровне. Посредине ружья. Горизонт должен быть. Там. То есть вот здесь вот такая, все в уровне. А на стволе мушка. Бей прям кучу шариков. Малыш, слышишь меня? Вот, надо совместить, чтобы у тебя мушка была. И вот посредине прям в кучу. Вот, иди. Нет, что неудобно? Вот так вот. А у него какой ведущий глаз? Один глаз закрыт. А у тебя какой у тебя стреляющий? У него левый похож. Ура! Да. Вы видели, что-то вылетело, вот кстати. Это да. Запоминайте, да, куда упало. Смотри, там упало. А, сейчас пойдем. Нет, сейчас не надо. Сейчас Мика, Мика, Мика назад. Сначала всех убить. Никто не бежит, все за рубеж. За рубеж все. Выбирай. Да, человек туда пошел и его убили. Целим, 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 целим. Давай, вот так, вот так, давай. Нажимай. Ну, почти попало. Ну, конечно. Я видел на том берегу, кто-то упал. Ну, Петь, я тебе ничего не буду. Где тут предохранитель? Я тебе ничего не буду говорить. Петя, учили стрелять в отдельный. Да? Ну, блин. А, ты что, в меня-то стреляешь? Петя.
Видите, да? А как попалось в ружье? Ты прям стреляешь, вот совмещаешь целик вот так. Попало, молодец, Маша, молодец. Молодец, Маша, молодец. Так он не лопнул, а он сдулся. Да они все, Маша, снайперы. Ну давай, нет. Молодец! 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 У нас уже три шара погибло. Так, а да. Даша, как класс покажет? Война войной. Даша, два сразу, да. Смотри. Да, не опозорь папу. Там шариков-то смотри, сколько. А где пуля? Бери нож. Папа учил от бедра стрелять, от бедра папа учил. Так, ну давай. Ты чего, подцелил. Так, стоп, 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 стоп. Вот так держишь. Берем амбицию. Вот мушка, вот целик, видишь? Стреляла уже в тире? Нет еще? Совмещай, совмещай. Молодец, попала. Сейчас давай, я на разве. Эй, с ножом. Это клещ. Бей его. Так. Да, в кучу. Давай. Только раз. Нажимай. Вот это было мощно. Не нажимается, да? Убегает? Ну давай попробуем. Молодец! Настя у нас снайпер. Она сидела в засаде, долго-долго выцеливала того генерала. Ну я понимаю, ты не знаешь, да. Ну, не, ну ты куда ты смотришь, я не знаю. Я на стычку смотрю. Давай. О! Победа! Молодец! Отступление! Давай! Так вот он. Там что-то есть! Отрезай сверху, отрезай. Нет, меня отрезай. Разложите, давайте. Будет более понятно. Еще. Давайте разложим, нет, может быть, там 5, на полянке. Вот, смотрите, у нас есть столик. Давайте раскладывать давай, слова. Давайте. Вот. 4, 5, 5. Восклицательный знак. Маршрутка. Так, судя по всему, это какая-то шифровка. Это может номер какой-то машины? Что вам надо сделать, как вы думаете? Открыть замки, да? Какие там цифры? 4-5-5, либо 5-5-4. Я помню, у него кого-то кодовый замок. Отлично, может быть, это шифр. На сундуке был кодовый замок. Может быть, это шифр от него? А зачем R, U и A? А что, чтобы вы подольше стреляли? Ну, соедини их правильно. Приводить! А еще? Ура! Ура! Победа! Ура! Отлично! Что мы сделали на минном поле? Подожди, что мы нашли? Что мы там нашли? Лестница, ключи, инструменты. А что еще? Там мины. А мины что это? Гвозди. Вы посмотрели? Отлично. А у нас лестница собрана или нет? Нет. Пойдемте забирать. Может быть, это от нее. Глеб, у нас же командная игра. Это день победы. А вы не хотите кто-нибудь подержать? Держите. Палку? А кто-то будет крутить. Нет, нет. Нет, Мика, туда руки не надо, она запускается. Мика, и помой сейчас. Давай, крути, Глеб. Егор, держи. Вот, вот так надо. Все, домкрат. Ключ. Еще один ключ. Сколько у нас ключей? Два. Четыре. Ну, один, два ключа там, да, на один. Сейчас ключ я покажу. У нас их четыре. Три. Четыре. Пойдемте четыре уже. Там уже четыре замка есть. А там вот эти одинаковые. Пять и три. Там три, по идее. Вы пойдемте открывать уже. Итого три замка мы можем открыть. Смотрите, у нас появились инструменты. Может быть, мы можем собрать лестницу. Вон лестница лежит. Нам нужно ровно поверхность. Смотрите, где отверстие. Учите, мы на дерево. Надо отверстие. На дерево полезем. Я вам подскажу. Вас... Смотрите, у вас же разная длина палочек. Следовательно, она какой-то будет такой угольной формы. Ну, наверное, в отверстие и потом на меч. Да нет, вот сюда. Тут две только. Тут. Егор, где тут? Надо сходить потом в лес. Конец. Где-то под конец в лес. Егор, возьми отвертку, удобнее будет. Нет. Когда заблудил, да.
Пошли искать березу. Которая возле высоты 205. Вон сверху, видишь, Олеска? И правда, на себе. Сейчас. Сколько у нас ключей? Подожди. 5. Оп. Все, ключ. Давай. Номер. Какой? 6. Нет, 5. 6. Вы посмотрите на карту. Где вы были, где вы находитесь? Встать, вот, вот вы сейчас вот где? Ближе всего высота 205. Правильно, вы сейчас ближе где? Всего высота 205. Она с какой стороны от вас? Вот смотрите, вот река, справа. Вот река. Отлично, справа. Смотрим, глаза открываем широко-широко. Машина. По-моему, нам снова нужны инструменты. Нет. Думаете? А нам они пригодятся эти? Все возможно. Она вообще как будто. Помочь? Вы другую сторону. Я уже третью откручиваю. Правую сторону откручивай, да, действительно. Влево надо откручивать. Ну. Все, открылось. Да. Ничего нет. Ключ. Да, ключа нет, ага. Там два ключа? Давай я высыплю его. Молодец. Все, мы нашли дальше. Ключ, мы потеряли ключ. Ура! Нет, там же накатили. Все в инструменты обратно убираем. Где мы были, где мы еще не были. Пойдемте на качели, мы на качели хотели. Инструмент сдать? Угу. Вот уже потеряли. Да. Ну пойдемте. Не знаю. Вот. Вот это для на коробку. А, крест. Крест. Мы нашли крест, иди сюда. Они нашли крест. Где он? Где крест? Вот. Тут. Во, нашли! Все, ключ найден. Ключ нашли! Нашли! Итак, сколько у нас ключей? 7! Да мы можем бежать, надо открывать сундук! Где нашли? Где нашли? 550. 4. 4. Пробуйте. Да, возможно, с той стороны набирай. Я-то знаю. Где лицо у замка? Лев. И этот получается вот этот, да? Смотрите, где лицевая часть замка. Открываем! Так, стоп. Итак, мы открываем клад. Ну подождите. Не открывайте. Ну как, зачем ты ее закрыла? Помнишь, что старец Хура еще был в подарок? Одна. Ну что, у нас все с подарками. 9 мая прошло успешно. Как всегда, солнышко улыбается, вкусности готовятся. Я думаю, дети после такого конкурса проголодались, поэтому мы пойдем к столу. А вас всех поздравляем с праздником. С Днем Победы! Ура! Диван, ну ты как, покушай. Потому что... Кто начал искать? Я говорю, Витя, это Настя. Ложки вот так. Ну вот, надо вообще.